стоечку на голове, ножки. Ой! Ты в мостик вышел, ну давай, докувыркайся. Молодец, докувыркайся. Давай, вышел. Стоечку на... Ну ладно. Я уже сидеть. Погоди. Не сиди, не бери. Стоечку на голове, ровненько ножки ставь, не торопись. Сейчас делай кувырок. Сгибай. Оп. Молодец. Я верю. Молодец, кувырок. Молодец. Гитара. Молодец. Не торопись, вытягивай. Спокойно, Макар. Спокойно. Округляй спину, округляй. Давай, Роман. Сам? Молодец, кувырок. Да. Молодцы. А теперь, парни, смотрите внимательно. Практически то, что вот мы сегодня делали, там разные элементы действия. Сейчас будет поинтереснее. Ну и потруднее, сразу скажу. Смотрите, какая штука. Мы сейчас убираем подшаги. Вот условно скажу, вы уже прошли, все, встали. Хотя до этого, то, что мы сейчас делаем, что? Конечно, будет. Конечно, потерпите чуть-чуть. Смотрите, что. Смотрите, сейчас вы делаете, да, такую штуку. Упражнение как бы... Ладно, сейчас не будем это делать попозже, после перерыва. Сейчас смотрите, что делаем. Мы сейчас... Первое вам надо попробовать. Вот вы встаете, вот здесь по зеленому полу встаньте, пожалуйста. По зеленому полу встаньте. Голь, встаньте. Смотрите внимательно. Никитос, давай быстрее. Между Серафимом и Виктором. Вставай, Никита. Пожалуйста, давай, бегом. Вставай. Парни, смотрите. Чуть-чуть в сторону. На зеленый пол Миша двигаем. Вставай. Чуть-чуть в сторону. Чуть-чуть в сторону. Смотрите внимательно, Никита, вставай. Ты что так на зеленый смотришь на парней? Ты что-то им предъявить хочешь? Нет? Никита, братан, блин, опасно. Сейчас кто-нибудь прикинет, сейчас начнут так вот тебя, они зажимать тебя будут, мешать, стоять. Ну зачем надо? Зачем? Хорош, Никитос, хорош, не балуй, хорош, все, тихо. Смотрите, пожалуйста, тихо. Смотрите внимательно, что вы сейчас делаете. Упражнение будет трудное. Я сейчас покажу несколько этапов, которые вы сделаете. Смотрите внимательно, пожалуйста. Первое. Тихо. Пока не торопимся. Парни, пожалуйста, пока не делаем. Нормально. И самый последний будет, когда вы сделаете, да, Егор, когда вы погодите. Самый последний, когда вы сделаете такое действие. Погодите. Вы сделаете вот так. Это будет самое последнее, да. Поехали, делай. Вам надо сделать 10, сначала небольших. Распределяйтесь. Четверо сюда. Я уже и так сделал. 10 раз. Раз, два, три, четыре. Я уже выпил вот это. Делаем, поехали. Начинаем с малого расстояния. Советую сначала вам сделать вот так. А сколько раз? 10 раз надо сделать. Давай. Если что, вы амортизируете, ручка сгибается. Я умею делать уже. Что? Я уже это делаю. Ну попробуй, сделай. 10 раз сделай. А, именно обычно вот это? Ну 10 раз должны сделать, да. Что? 10 раз, да. Я тоже уже. Делаем. Для этого подсказка, вы должны отжаться к полу, то есть жик силы, чтобы суставы не напрягались, вы должны к полу прийти. Да, вас бросает к полу. Конечно, это вам дает силу. Я правильно делаю? Да. Сейчас, если сделать отжимание назад, то что делать? Давай, Миша, Бибин, не отвлекай никого. Делаем. Молодцы. Сейчас, секунду. Встаньте. Остановитесь. Встаньте по краям. Встаньте. Парни, хорош. Остановитесь. По краям встаньте, смотрите внимательно, мешали. Не балуй, Миша, не балуй, ладно? Встаньте просто ровно. Смотрите внимательно, следующее, что вы делаете. Встань, пожалуйста. Вы делаете это действие. Потом принимаете стойку на голове. Потом. Чего? Отставить. Еще раз смотрим. Еще раз. Да ладно. Да. Ладно, так вот. Миша,
разве в жизни возможно? Без шпагата. А это разве можно? Без шпагата. А это возможно? Пробуем. Может, это в жизни возможно? Вот сейчас будем пробовать. Ты же только что видел. А может, хотя бы на матрасах? Вы что не делали подъем разгиба? Вы меня хотели. Я говорю, что вы сделаете. Дам, разгиб. Я не делал. Я тренировался. Разгиб руками, да, я практически. Сейчас объясню, я что. Она болит и голову. Сейчас объясню. Если голова болит, подойди. Спокойно, спокойно. Спокойно. Витя, погоди. Сейчас я вам объясню принцип. Ну-ка, Егор. Резкий мах. Ну, да. И да, и нет. Смотрите внимательно. Сейчас матрас постелю. Ой, сейчас. Можно я тоже? Смотри, я спастелю всем. Подходи. Егор, чуть в сторону. Парень. Смотрите, в чем. Это даже можно. Давай, Роман. Резкий разгиб ногами. Нет. Смотрите. Смотрите. Да, да. Первое. Это некий трюк, набор действий, который вы, допустим, можете показать на показательных поступлениях или в школе, там красиво рисануться. Это на самом деле никакого тяжелого нет. А это можно считать как сложный элемент? Конечно, это элемент, могу сказать, даже многие брейкеры в плясе, да, макар, употребляют это действие. То, что, например, некоторые можно... Некоторые даже профессионалы сейчас это чуть-чуть, не могут. Парни, пожалуйста, чуть-чуть отодвиньтесь, вы к стене, а вы сюда. Сейчас покажу некий набор такой простой. Отодвиньтесь чуть-чуть от зеленого. Смотрите. Сейчас. Отойти. Вот из простых действий можно сделать всякие гимнастические такие, да, штукенцы. Смотрите, как вот это вот, в чем прикол вот этого кульбита, как он делается. Несите маты, каждый несите по квадрату мат. Как раз 10 штук. Ну берите вот эту тоже. Верхний берите, снимайте. Хорош! Стоп! Ты чё? Стоп! Ты чё сделал? Я делал. В смысле? А кто это? А чё тебе такой вышел? А, верни его назад. А какой это? Верни назад. Что брать? Я сказал, по квадратному. Верни назад, по квадратному. Ты чё, не услышал? Ложи туда. Ложите на себя, по квадратику. Ложите, не надо. Ложите. Ближе сюда. Задача, что вы сейчас будете делать. Быстрее, парни. Бегом, быстрее. Знаешь, почему я сказал хорош? Потому что вы Витю затоптали. Да я практически. Чуть сдвиньтесь, чуть, Мишань, сдвиньтесь чуть. А вот эти надо положите назад ровно. Роман, ложись здесь. Никит, помоги назад, убери матку. Ты белую убери. Этот? А, вот. Здесь сюда. Убери маты вот эти, пожалуйста, Никит, помоги. Ты наговорил, да, шептал? Конечно, сидел. Что вы сейчас делаете? Смотрите внимательно. Смотрим. Никита, помоги Вите, пожалуйста, убрать мат. Никита, ты слышишь меня, а? Ты чё? Они белые туда затолкали. Никита, ты слышишь меня? Да. А? Чё в носу ковыряешься? Стучим. Всё, встаньте на места. Хорош. Парни, нет, вам надо не на мате стоять. Мат будет перед вами вот здесь. Смотрите, что делаете. Первое, смотрите внимательно. Вот мы встали. Здесь есть разные варианты. Сейчас мы примем. Вы головой должны будете не на мат, а до мата. Роман, головой до мата вам надо. Да, смотрите внимательно, Роман. Остановись. Смотрите внимательно. Вот мы встали.
Вот поставили головой, да, к стенке чуть отвиньте, для того, чтобы мах ногами у вас был. Вот вы встали, вот вы ножки выпрямляете. Вот здесь у вас замах. И происходит такого характера. Руки далеко не ставить, руки должны перед собой быть, потому что вы ими отталкиваетесь. Происходит такое первое, вам надо подкачать, посмотреть. Второе действие, происходит это действие. То есть, да, вы встаете, даете амплитуду и перемахиваете. В этот момент вам надо тело поднять к ногам, плечи, голову к ногам. Как вы когда делаете? Не на лоб, Максим, не на лоб. Не на лоб, Питер, не на лоб. Первое самое, вам надо попробовать из этого положения выйти в мостик. Встали, ножки подняли, вышли в мостик. На мате остановись. Поехали. В мостик, да. Делаем. 10 раз. Да. 10 раз, да. Получилось. Давай, 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 делай. Не торопимся. Двумя ногами надо, двумя ногами. Двумя ногами, Максим. Ведь пробуем, двумя ногами, Миша. Да, да. Двумя ногами. Ведь пробуй мостик выходить. Как сейчас делаешь? Сейчас, секунду, делай еще больше. Да. Расстегнуть? Ведь надо в мостик. Что тебе расстегнуть? Зачем? Спрячь просто. Мешает. Сейчас, секунду. Это просто цепочка. Зачем ты родил он тренировку? У тебя рюкзак есть или карман? Сейчас, секунду. Первый. Надо ее расстегнуть обратно. Парни, в мостик надо выйти. Второй момент, когда вы делаете, да, Егор, когда вы делаете в мостик, да, но только здесь, да, Роман, но только здесь вам надо задать, можно, даже нужно задать вот это движение ногами. Чем ноги у вас прямее будут раскрываться, так вот сильнее раскрываться, тем лучше. То есть это очень важно, маховое движение ногами, молодец, Егор, и движение корпусом. Одновременно надо махнуть ногами, оттолкнуться руками и сделать это действие. Секунду, стоп, Макар, да, на руках сильно распрямляйся. Макар, больше мах ногами надо. Смотрите внимательно, парни. Стоп. Смотрите внимательно. Здесь некий разгончик дается. Раз, ноги поднял. И вот тут я делаю вот это вот действие. То есть я поднимаю себя, и чем больше... Я делаю, да, только вам туда, мах ногами. Больше, да, Роман, да. Практически получилось. Практически получилось, сделаем. А покажите, что... Мах ногами. Внимание, стоп. Не под себя, Макар. Надо туда, вперед выкидываете ноги практически. Ром, давай сейчас сделай и смотри. Вот так. Нет. Ну да, ты красиво, да, да, но не так. Смотрите. Вы летите вот из этой точки, вот туда. Поставил, поставил, ноги зарядил. Тык, перемахиваю и сразу тело поднимаю. И ногами, руками. Да, практически, да. Да, но смотрите, парни, ноги не под себя, не вот сюда, а ноги вперед чуть-чуть. Практически. Еще, я сейчас помогу каждому. С кого первым начнем? Стоп. Давай, первое. Смотрите, парни, внимание. Серафим, да. Стоп, стоп. Я сейчас одной рукой, Миша, остановись. Я с одной рукой под спину, другой рукой под бедра. Вот такое действие сделаем. Готов? Секунду. Кому не втерпешь, идите. Кому не втерпешь, по двое. Серафим, остановись, посмотрите. Давай на изготовку. Ноги выпрямляй, не торопись. Тело надо прямо, значит, не на лоб, Максим, не на лоб, на макушку голову поставить надо. Вот так. Руки перед собой, ты им будешь отталкиваться. Да, ты им будешь отталкиваться. На макушку, не на лоб, на макушку. Вот сюда, на макушку должен упереться. Выпрямляйся. Ближе ноги к телу, подводи тело изначально. Давай, заряжай. Раз, два, три, пошел. Ну, давай. Можно я? Следующий. Тихо, погодите. На макушку, не на лоб. Сначала выпрямляйся по моей команде.
Давай, исходное положение. Ноги выпрямляй. Тихо, выпрями ноги, тихо. По моей команде заряжаешь. На счет три ноги резко прямые выбрасываешь туда, за голову. И где корпус поднимаешь. Раз, два, три. Пять! А что ты? Тебе надо больше тренироваться. По моей команде спинку выпрямишь. Погоди, погоди, верни ноги назад. Верни ноги назад. Верни ноги назад. На макушку. Я сделал максимально. На макушку. А, сюда. Смотри. Да, выпрямляй спину. По моей команде. Раз. Стоп. Смотри. Раз. Смотри. Два, три. Пошел. Нет, я не могу. Да. Вот. Смотри. Следующий. На макушку, Максим. Так, Серафим, давай под другую руку, потому что у меня левая слабже, я буду тебя правую бросать. Макушку. Ноги по моей команде. Раз, два, три. Пять! Сергей. Делаем сами, пока не отвлекайте меня. Сейчас я помогу, помогу. Делаем пока сами, меня не отвлекайте. Егор, выпрямляй ножки по моей команде. Раз, два, три. Опа! Ой-ой-ой! А из этого, Егор, можно из пульбита прям стойку на руках. Делай, парень. Миша! Тихо, стоп. Не отвлекай никого, Макс, пожалуйста, делайте сами. Так, Макар, спинку на макушку встал. Ножки подкачай чуть-чуть, подкачай. Вот, по моей команде. Секунду, остановись. Раз, два, три. Пятя! Да стоп. Ножки прямые. Ножки прямые, ножки прямые выпрями. Да. Стоп, 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 стоп. Ближе. На макушку. Миша, все, молодец. По моей команде. Раз, два, три. Пятя! Когда падает.